Двери теплого дома открыты с 2008 года. У истоков создания Центра социальной помощи семье и детям стояли и депутаты городской думы, и общественные деятели. Все они видели необходимость появления в Сарове места помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Первым директором теплого дома был Иван Ситников. Мы тогда стали осваивать это здание, пустующее здание, которое находилось в достаточно неприглядном виде, скажем так, корректно. И где-то, наверное, около года потребовалось нам на то, чтобы выбить деньги из областного бюджета на его капитальный ремонт. Тогда сумму нам выделили 6,8 миллиона. И капремонт мы закончили за 3,5 месяца. За годы работы педагоги помогли справиться с временными трудностями и преодолеть сложные жизненные ситуации многим семьям нашего города. 5 лет назад теплый дом возглавила Марина Колоскова. Она до сих пор с теплотой вспоминает то время, когда ей впервые пришлось переступить порог Центра социальной помощи семье и детям. Меня действительно коллектив, принял с теплотой, с пониманием, где-то с осторожностью. Но команда была нацелена на результат, команда добрая, то есть предыдущий директор постарался, подбирая кадры, поэтому за это ему большое спасибо. Поздравить педагогический коллектив с юбилеем пришли представители городской думы и администрации. Они наградили сотрудников и бывших работников теплого дома памятными дипломами и благодарственными письмами. 10 лет, круглая цифра, с одной стороны большая, с другой стороны, уже значительное, и выразить такие слова наши теплые благодарности, поддержки всем сотрудникам теплого дома. Здоровья вам всем, получше, терпения. Я не знаю, душа уже у вас есть, душевных качеств каких-то же, вы сами можете больше дать. Ярким продолжением юбилейного вечера стали вокальные и танцевальные номера, которые приготовили для всех гостей воспитанники теплого дома и детской школы искусств. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.